Друзья, всем привет! Много искал в интернете про Selectum, но нигде нормального обзора не нашел, чтобы было все досконально, четенько и понятно. Поэтому ловите обзор на Selectum Ford Walk. Это Турция. По приезду нас встречает вот такой вот, или такая экспозиция, фонтанчик со скульптурами. Название Selectum Ford Two. Ну, сейчас заходим вовнутрь и смотрим, что там есть. Довольно-таки интересный отель. Сейчас все подробно, в принципе, расскажу. Как только мы заходим, нас встречает, к сожалению, сейчас не встречает, увы, потому что уже вечер. Но обычно встречает даже вечером, ночью. Позже, может быть, ставлю и покажу, как это выглядит. Тут приветственные напитки. Сразу, как мы приходим, получается, идем направо. И у нас тут идет... Сейчас скажу. Ресепшн. То есть вы здесь оформляете документы, номера и поднимаетесь выше. Тут у нас фортепиано стоит. Фортепиано это чисто сделано и стоит для гостей. То есть любой гость, который играет на фортепиано, может подойти без проблем, открыть фортепиано и поиграть на этом фортепиано. Далее мы можем наблюдать вот такие красивые лестницы, поднимаясь на второй этаж. Тут идут рестораны а-ля карт. Ресторан барбекю, японский ресторан, там типа итальянский ресторан, но он сейчас работает как рыбный. Если мы углубимся немножко от ресепшена, то тут у нас будет, тут у нас зона просто посидеть, тут у нас веранда, точно так же можно сидеть, все классно, здорово. И тут у нас есть бар, как с чаем, с кофе, так и с алкогольными напитками импортного производства. Тут есть как Джеймисон, Ягермастер, Red Label, Ballantine's, ну много что есть, да, но по сути все более-менее нормально. Также вот этот бар работает у нас после обеда или открывается примерно во время обеда, и тут можно перекусить сладостями турецкими. Так, давайте сейчас спустимся вниз. А, кстати, вот в этом месте, сейчас прочитаю, как это называется. Здесь можно решить все свои там по номеру какие-то, вот, гост релацион, релатон, не знаю, как называется. Ну, короче, вот здесь подходите и можете записаться один раз бесплатно в а-ля карт. Вот в этом месте. Либо у вас какие-то проблемы по номеру, не знаю, там воды нету, воды не принесли, воду, кстати, в номере меняют каждый день. Или точнее, бар обновляют раз в день, полностью весь. Также на первом этаже за баром, который у нас в лобби, да, у нас есть бильярд, и встречи с гидом проходят как раз таки вот в этом месте. Далее, чтобы подняться наверх, тут на самом деле по всему отелю очень много лифтов. Вот тут возле лобби как раз таки стоят лифты. Ну и выбираем, какой нужный этаж. У меня 5-й этаж. Далее обязательно нужно нажать кнопку закрыть, иначе можно долго прождать. И в лифте есть кнопки как вертикальные, да, они, грубо говоря, повыше, и также горизонтально, они типа, видимо, для людей с ограниченными возможностями. Также у нас стеклянный лифт везет нас, и мы видим, что у нас тут происходит, в принципе. Ну и стеклянная крыша. Выходя из лифта, мы можем наблюдать вот такую картину в разные стороны. То есть везде вот такие есть овалы, грубо говоря, да? Вот тут у нас как раз таки фортепиано, картины висят. Тут, если мы посмотрим вниз, типа бассейник какой-нибудь, не знаю, как это называется, но типа экспозиция какая-то с живыми растениями. Ну, в принципе, неплохо. Ну и теперь идем в номер.
У меня номер 1535. Чтобы в него попасть, нужно приложить карточку. Итак, рум-тур номер 1535. Ну, дверка уже открыта. Заходим, смотрим, что, где, как есть. Вот такая вот ванна, полотенчики, фен, зеркало, зеркало, душевая кабина. Ну, в принципе, ничего особенного, но достаточно-таки все хорошо. Сейф бесплатный, тапочки бесплатные, ну, ложка бесплатная. Wi-Fi, кстати, ребятушки, бесплатный. Ну, вот такой сейф. Ой, не сейф, а оп, шкаф-купе. Я уже там бросил кофту. Смотрим сам номер. Номер довольно-таки просторный. Тут у нас три кровати. Одна двухспальная, одна односпальная, хотя мы вдвоем. Тумбочки. Также смотрим. У нас есть чайник. Есть стаканы, сахар, чай, водичка. Что есть в холодильничке. Итак, у нас есть типа спрайт, типа минералка, типа миринда, типа, ну не типа, а пепси. И также пару бутылочек пивасика. А еще есть водичка. Тут вот у нас выход на бассейн. Бассейн довольно-таки большой, но, к сожалению, горок каких-то развлечений тут нету. Единственное, тут есть, проходит каждый день водное поло, что немножко может разнообразить досуг. Такой вот бассейн прямо у отеля. Ну и бассейны, в принципе, почти все, да. Ну, уличных бассейнов точно нет, остается только один бассейн в спа-центре. Сейчас мы как раз таки спустимся в спа-центр, я покажу, что там есть. Ну и посмотрите, как там это все выглядит. В общем, вот такой басик. На бассейне есть бар. В баре там разные алкогольные напитки, но импортного алкоголя в этом баре нет. Импортный алкоголь только в баре на лобби. Пройду полностью по кругу, чтобы было полное понимание, что это за бассейн такой. Везде глубина 1,40 м. То есть ни выше, ни ниже табличек нет. Везде указывают 1,40 м глубина во всех частях бассейна. Также 1,40 м, и вот в этой части проходит водное поло. Тут играет музычка. Ну вот такой, в принципе, бассейн. Давайте пойдем в спа. В спа-зону, в спа-центр. И сейчас я вам все покажу. Как таковой территории отеля нет. Вот сейчас идет бассейн. И, в принципе, и дальше идет поле, которое никем пока что не выкуплено. Selectum также не застраивает, там никаких развлечений не делает. Единственное место развлечения — это только на пляже, где есть дискотека. Прикольные, прикольная анимация, даже я бы сказал, очень классная анимация, в отличие от других семейных пятерок. А так получается Selectum, бассейн, поле из травы и море. У кого вид на море, вид, в принципе, отличный. Итак, идем в спа-центр. Кстати, там как раз таки меняют полотенца. Тут есть такой указатель спа. Это находится на -2 этаже, если едете на лифте. Нет. Тут у нас тренажерный зал. Также вот тут у нас есть бассейн.
Но он, в отличие от уличного, он довольно-таки прохладный или холодный даже. Но с одной стороны это плохо, а с другой стороны хорошо. Когда ты залазишь в сауны, это прикольно. Отличный контраст. Так, вот заходим в сам спа-центр. Полотенчика сдаю. Спасибо. Кстати, вот там слева-справа у нас раздевалки. Тут вот есть такая зона отдыха. Вот здесь у нас солевая комната. Соль. По всем стенам соль. Можно зайти, подышать, все бесплатно. Все включено. Salt Room. Так, это у нас не то. Это у нас детокс-бар. Честно, не знаю, что они тут именно готовят, но вот это безалкогольные напитки, они без сахара, просто, грубо говоря, фрукты с водой замешаны. В принципе, все классно и прикольно. Давайте идем дальше. Далее у нас сауна. Сауна большая. Сауна большая, там люди сидят, не буду показывать. И она жаркая. Тут написано став, но это паровая. Паровая, не знаю, видно, не видно будет сейчас что-то. Не знаю, сидит кто-то или нет, никто не сидит. Ну, короче, тут лютый пар, на самом деле. Вот. Если вы сюда зайдете, вы кайфанете 100%. Выходим, пока я не вымок весь. Так, идем далее. Тут у нас VIP-хамам, то есть отдельные вот такие. Вот такие хамамки и общий хамам. Общий хамам у нас выглядит вот так. Тоже прикольно, классно, здорово. Тут у нас помывочные, ну, принять душ. Вот как-то так. Тут у нас массажные комнаты. Массаж румс. Депо, депо. Что это, даже не представляю. А, ну это ничего особенного. Вот так вот тут выглядит. Видимо, можно прихорошиться. VIP-1. VIP-1. О, это же сам еще не был. А, ну тут вот так вот, да. Массаж. Такая кровать. Джакузи. Также тут випки. Отдельно хамам. Классный, четкий. А и тут сауна. На камере, наверное, плохо. Но, в принципе, випка вот это прям вообще огонь. Супер. Там, ну, туалет. Давайте сюда еще заглянем. Вот так вот. Ну, это душ. С тропическим. С тропической лейкой. Вот такая випка. Ну, вторая аналогичная. Также можно вот здесь отдохнуть. Ну и, в принципе, на этом все. Такой вот сегодня обед. Это вот какое-то мясо сыровяльное. Ну, не совсем понятно, но ничего, в принципе, интересно. Что-то необычно. Овощи, овощи, овощи. Всякие соусы, 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 соусы. Дорадо. Люляшечки. Люляшечки, кстати, вкусные. Шашлычок. Шашлычок, да. Курочка. И непонятно, что это. Но это, по-моему, не курочка. Идем дальше. Там интересно. Это у нас макарошки. Баланес. Спагетти. Картошка фри, кстати, вкусная. Рыба на пару. По-моему, сибас тоже очень вкусный. Ну, это какой-то рагу.
спицы всякие разные, лепешки, хлебушек, вот сухарики, супчик чечевичный. Тут у нас салаты, соусы, гриль. Сыры, запеканка, лазанья, мясо, кстати, вот это вкусное, и тут рис, тут курочка, вареная цветная капуста с курочкой, тут делают шаурму. Такая вот шаурма. Сыры, мясо, это все режут. Вот это вот классная штука. Ее по утрам режут, это мясо сыровяленое. Тут вот такие есть десертики. Тоже, кстати, вкусно. Поехали. Фрукты. Персики, бананы, груши, арбузы, дыни. Опять яблоки, апельсины, микро. Груши какие-то, не знаю, но не груши, наверное, что-то другое, я не пробовал даже. Ну, тут ничего особенного, все как обычно. В принципе, сладости, как и во всех отелях. Сердечки, тортики. Так, еще. Опять же, соусы. Салатики, перчики. Тут какой-то измир кофте. Картофельное рагу с фрикадельками. Вот так вот. Это грибочки, шампики томленые. Фасоль тушеная. Это у нас долма из артишоков с оливковым маслом. Я не пробовал. Ну вот, в принципе, как-то так. Перчики.